Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Так, четвертый день, забираю зимние шины. Эх, всем привет, всем привет. Это много или мало? Всем привет. Опять у нас, ребята, 23 сундука. Ну, это я к чему? Это какая-то стабильность. 23 сундука, ребят. И зато мы победители. Так, дикий стояк, опять красавчик. Ну, а вот Эк его переплюнул. И Гели Фиш. Тоже красавчик. Блин, они вдвоем просто тут, ребята, на расслабоне делают. Да, молодцы. Просто красавчики. Не зря они у меня Кейл имеют. Так, ну что мы тут? Управление в воздухе, колесный ускоритель. Давай далее. Подожди, какой? Мы же только что посмотрели результаты, все нормально. Так, ребят, ну а я хочу получить сегодня 16 тысяч кубков. Мало того, что я хочу, я и обязательно получу их сегодня именно. Через крики, ругань. Но я это получу. Так, что я хотел? Во-первых, у нас деньги есть, и мне надо прокачать. Вот. Вот, иди сюда. Прокачать. Раз, и все. И денег больше нету. Это еще 230 нужно тысяч, чтобы, ребят, сопротивление воздуха качнуть. Так, ну и, соответственно, меняем вид нашего сегодняшнего гонщика. Так, зомби у нас уже был. О! А вот бородатой тетки у нас еще не было. Ну что? Трасса какая-то у нас? А, Нагорный кубок. Поехали. Начну, пожалуй, Нагорный. Ну. И игра зависла. Да, ребят, серьезно, игра просто-напросто зависла. Да ладно, прогрузилась. И года не прошло. Я не знаю, ребята, что-то какие-то... Оу, щет. Щет. Ну какого лешего? Фига там. Дурилка-то бустанулся. А что это со спорт... со спорткаром там случилось? Я не знаю, ребят. Что-то он там тоже летает. Такие дичайшие подлеты делает. Давай, Рэй, давай. Есть. Вот это было замечательно. Это было прям шикардос. А ты видел, как суперкар там летал? Вот я вот об этом тогда говорил, что... Как же я ненавижу, когда он очень офигенно летает. Вот этот вот черный суперкар. Ну! Да как, блин! Я в шоке, ребят. Опа! Все проехали, да? Не, я старался, я, ребят, специально не спускал кнопку газа. Думал, блин, заеду туда. Заехал, но только одним колесом. И это меня выбесило. Вот не успевая начать играть, как меня уже начинает вот это вот выбешивать все. Давай, родненький. Подшпаривай. Есть, проехали здесь. А сзади, по-моему, ехала формула, да? Я удивлен даже, что я формулу обогнал. А по идее, как бы формулу мы проблематично вообще ее обгоняем. А тут, как ни странно, очень даже хорошо получилось. Давай, не это. Не спускай все на тормозах. Есть. Виктори. Вот тебе и Виктори. Ну что, два первых места, можно уже, как говорится, расслабить булки, и все будет окей. Ну, это я так сделал специально. Я не захотел там по верхам по этим наяривать, кататься. И специально вниз, ребят, сиганул. Так что все было продумано. Ну, вот и первое место. Бородатая женщина выиграла. Так, что у нас тут? На разблокировку. Магнит-ускоритель фляг. А здесь?
Защитная арматура и ускоритель фляг, опять же. Магнит и ускоритель дым. Глубоководное погружение собственной персоны. В прошлый раз, когда мы ехали в глубоководке, ребят, я что-то там свалился по-жесткому. Так, тут еще и лихач. Давай посмотрим. Как обычно, ребят, лихач. Ну, на то он и лихач. Чтоб лихачить здесь. Блин, ну вот это было, конечно, сейчас глупо. О, да что же это такое-то? Да-да-да-да-да, помню эти все кораллы. Слушай, разучился я почему-то, ребята, ездить на глубоководке. Маневр. Подожди, а мы что, первым едем? Вопрос, а как это мы с тобой так сделали? Где это мы с тобой могли кого-то обогнать и даже перегнать? Интересно. Но я нисколечко не против, я очень даже за. Так, это мы 500 маневров сделали. Сделай 6 поворотов на скутере. Да какие скутеры? Блин, на мотокроссе, выиграй 6 гонок на мотокроссе. Ну вы издеваетесь, что ли? Ну как я выиграю, блин, вам 6 гонок на мотокроссе? Они хотят, чтобы я выиграл вот на этом, ребят. 6 гонок вот на этом. Это просто сверхиздевательство. Дай-ка я попробую, наверное, вот прокатиться. Чертых. Куда ты, блин? Ладно. Твою налево. Ну вот этот от тебе... Давай вниз. Чертых. Ну какой, блин, еще сейчас камень еще на голову упадет, не? Я думаю, сейчас на голову упадет и еще и раздавит. Вот будет смеху-то. Ну давай. Чертых. Че это за слово-то? Чертых. Откуда, где-то я это услышал? А, в ТикТоке же, точно. Чертых. Это этот, который там мясо-то готовит. Чертых. Так, ладно. Вау. Слушай, ну смотри, мы здесь нормально с тобой. Даже я бы сказал, не то, что нормально, а вообще найсово. Всякие там ККМ-ки, отстой всякие. Ай, твою дивизию, блин, ну что же это было такое? Ну, Рей, ну... Он, кстати, как раз на кроссовом там чувак гоняет. На кроссовом этом мотоцикле. Но не тут-то было. Так, ребят, лесной кубок. Я, наверное, еще раз попробую на суперкаре прокатиться. Чертых. Да ну, ядрен матрен, ну что это? Ну что это? Да понятное дело, что как сейчас мешок с картошкой будет, ребят. Ой. Чертых. Ну, второе место, окей. А ведь мог бы, ребят, если бы я бы там хотя бы задним колесом бы задел бы горючку, я бы, наверное, бы смог бы здесь. Пипец. Просто взял и не долетел. Просто взял, ребята, и не долетел. Ну, здесь понятно, здесь со своими дебильными подпрыгиваниями с этими. Я ненавижу, ребята, эту машину из-за ее дурацких прыжков, блин. Ее терпеть не могу, блин. Ой, блин, ну давай. Вот начинается вот у нее вот этот вот... Ну что ты там... Как навоз какой-то едет. Ну что там получается у нас? Второе место, слава богу. Прямо что, не знаю, ребят, бомбит у меня. Когда она начинает вот эту ерунду этой заниматься. То не доедет, то на одном колесе там что-то полтрассы начинает ехать. Что с тобой, блин, я не пойму. Вот эти вот дебильные прыжки ее в Поднебесье, нафиг они нужны. Вот они мне нафиг вообще не нужны. Вот эти вот высочайшие прыжки, которую она делает. Вот.
Неужели не может нормально? Вот в одном случае, конечно, помогает, что когда ты делаешь вот эти прыжочки, ты можешь пролететь очень много ям, там всяких луж. Но когда ты, извини меня, с трамплина подпрыгиваешь, и вот это вот начинается, то вообще никакого кайфа прям вот не доставляет это все. Такс, я тут знаю, ребят. Тут лучше нафиг вниз сразу же, потому что это бесполезняк. Хотя, сарач, сарач. Угу, обогнали мы его. А он что, походу дела разбился, этот сарач, когда там полетел вниз? Потому что он спустился, но на финиш он почему-то не доехал. Ну давай, давай, давай. Долетай, главное, есть. Нормально. Здесь очень даже хорошо получилось. Так, ну-ка открываем сундук. Что нам тут? Новая краска. По-моему, это уже повтор краски идет. На это, на чудовище. Не? Не кажется тебе? Так, тяжеловоз. Стартовый ускоритель. Управление в воздухе, опять стартовый ускоритель. Магнит и дым. Поехали. Поехали, поехали, поехали. Так, здесь давай аккуратненько. Даже, ребята, уже полностью отпустил кнопку газа. Все равно он... Это что такое? Что за развалюха тут едет? Рэй, 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 аккуратно. Да какого леша тут это? В какой лофуйл? Вы чё? Бери, лофуйл. Зашибись, ребята, лофуйл. То есть горючее, кончается горючее. Хотя вроде бы я там ничего такого особого не делал. Никаких... А ведь кто-то перепрыгнул же наверняка. Не? Никто не перепрыгнул, прикинь. Так, тихо. Давай вот сюда вот. Все, ребят, победа уже в кармане. Если мы с тобой попали в нужное место, то победа уже в кармане. Если ты попадаешь на самую третью в конце, то... Ну, никакой победы и быть не может. Давай, 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 давай. Да ну нахрена ты так летишь? Ну, не могу прям. Ну вымораживает, ребят. Ну серьезно говорю, вымораживает вот эти вот. Обалдеть. Она просто заехала на это все. На этот валун. Давай прям. Прям с горочки. Есть. Нормально. Я бы, честно говоря, ни за что бы не подумал, что суперкар в пещерах может вот так вот неплохо показывать результаты. Не, серьезно говорю, я этого не подумал бы. Так, ну, восхитительные диверсии, конечно, лучше всего, мне кажется, ехать на раллийном авто. Хотя, возможно, и суперкар, ребята, здесь был бы неплох. Возможно, я не буду с этим спорить. Но в данный момент, по показателям, что сейчас было, чувак там просто размазался. И я вижу, ККМ-ка там куда-то в Поднебесную полетела. Да пускай она куда хочет летит. Если честно. Мне как бы вообще по барабану на эту ККМ-ку. Меня интересует, как я проеду, а не как там какая-то заблудшая ККМ-ка. Вот сколько раз я пытаюсь попасть на вот это вот, на этот прыжок. Не надо, не надо вот сюда, давай, отлично. И все время я не могу, ребят, попасть. А здесь уже я вспомнил, да. Здесь вот этот вот, перед коварным прыжком, вот этот вот выступ, чтобы ты специально у него впендрючился, ну и, соответственно, либо разбился, либо перевернулся. Значит, здесь без тоннелей, да, получается? Без тоннелей ужаса. Так, спорткарчик тут, смотри-ка, выпендривается. Так, я вниз, ребят. И он тоже, он уже знает. Он уже тоже знает, видимо, куда нужно ехать.
Опа, ты видел? Ну фигли. Я на самом деле хотел, ребята, не хотел наверх. Я не хотел наверх, я хотел по низу проехать. Ну, ладно. Если тебя, как говорится, туда закинуло, то уж извиняй. Вообще-то мы с тобой ледяные вот эти вот приключения в последнее время проезжаем на суперкарах. Потому что суперкар у меня тоже довольно неплохо здесь проходит. И еще не забывай, что у него... А, мы еще тогда с тобой крылья, да-да-да, мы крылья ставили. Сейчас мы опять крылья убрали и поставили с тобой форсаж. Эх! Думал, горючку хоть тронул. Не тронул я горючку, ребят. А вот здесь? Я его обогнал все-таки. Но опять же, ребят, с помощью горючки. Горючку взял и, соответственно, из-за этого у нас произошел буст. Вот ты посмотри, вот я специально, ребят, сейчас сравниваю, как едут тачки. Моя тачка, по-моему, самая, так сказать, как тебе объяснить-то ее, у которой поднимается перед на скоростях. Вот только у нее поднимается. У всех почему-то едут ровно. А мою именно приподнимает. Я уже задолбался с этим бороться. Я не знаю, что с этим делать. Я не хочу брать противовес, про который вы говорите. Это, во-первых, занимает слот нужный для меня противовес. Я не считаю, что, ребята, такой прям необходимый. Так, единственное, что не обогнали мы суперкар. А так, в принципе, нормально ехали. Ну, я, в принципе, понял его тактику. Наверное. Так, тут еще и формула подключилась. А, нет, это не формула, ребят. Вот из-за этого чувак и проиграл. Именно из-за того, что он подпрыгнул высоко. Плюс у него еще крылья. То есть ты понял, да? Вот я почему и все время, ребята, злой на эту, на суперкар. Именно из-за вот ее огромных вот этих вот никчемных прыжков. Прыжки-то, может быть, никчемные, но вот в данный момент они вообще не нужны никому. Так, слушай, пока мы первое место держим, но... У нас могут в любой момент обогнать. Так, здесь вниз. Чуть не забыл, что здесь прыжки вниз. Так, я что-то не всосал. Это что за хмырь там, блин? Притулился ко мне, блин. Не дорос еще со мной тягаться-то. Лезет он, понимаешь ли. Что, опять кубок Сумрачной долины? Ну вы что-то, ребят, по-моему, зачастили два кубка-то. Что тут у нас? Ну ладно, я понимаю, что этот лихач. А что здесь делает Супер Дизель? Нифига себе, вот что, ребят, он делает. А как, у него же не было попрыгунчиков. Как он так интересно... Да нет у него попрыгунчиков. Врежься нафиг, размажься здесь, пожалуйста. Да ёпрасты, блин. Вот он как делает, ребят. Он едет чисто по верхам. Я за ним проследил, как он, ребят, тут едет. Он чисто по верху. На скоростях проезжает по верхам. Все. Он даже ничего не собирает. Ну, по большому счету. Видишь, он пытается наверх. Вот сейчас он пытался наверх, ребят, попасть. Чтобы опять же этот трюк свой провернуть. Но, видимо, в этот раз у него не получилось. Да и вряд ли уже получится. То есть здесь он полностью сфейлит гонку. Но мы второе место получим. А первое? Ёк-макарёк.
приятно удивлен. Так, это моя шахта. Это моя шахта, это моя шахта. Отойдите отсюда все. Видите, что ли, папа едет, ё-моё. Так, оп. Блин, блин, блинский. Хорош. Глоточек, ребята, за победу. Угу. Так. Тут у нас выступает саламандра еще какая-то. А, я вспомнил, ребята, что это у нас. Это... Да-да-да-да-да, вот этот вот... Вот этот бесявый, конечно. Вагонетка, которая стоит, и на ней вот этот маленький выступ, он так меня раздражает. Ты теряешь на нем скорость, просто офигеть как. Хотя, кажется, маленький трамплинчик, но он именно, ребята, маленький, он... Как бы тебе сказать даже, он не дает тебе никакого преимущества. Он не дает тебе скорости разогнаться, он, наоборот, ее гасит. Так, Си-Форд. Си-Форд какой-то. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Так, Си-Форд отдуплился. Так, ну что, 3000 монет наши? Конечно, наши. Конечно, наши, друзья. Но чьи же они еще могут быть? И Кубок Ледника. Два этапа здесь. Кубок Ледника. Два этапа. Вот я даже не знаю. Ну ладно, поехали. Конечно, здесь бы было бы неплохо, ребята, на крыльях пролететь. Почему на крыльях? Во-первых, ребята, здесь ветер. Здесь ветер, который нашу машину поднимает. Так, чтоб тебе, гаденыш, закончилось горючее, как можно быстрее. Ребята. Как же я его облапошил хорошо. Как же я его сейчас хорошо облапошил. Интересно, а как ему хватило прокатиться здесь? Так, выравниваемся. Нормально, нормально. Все, ребят, победа у нас в кармане. Если мы с тобой идеально проходим вот эту вот штуку. Тихо, 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 фу. Да не надо мне пугать тут своими луфуйлами. Фух. Если мы с тобой хорошо проезжаем там вот этот вот подъем, переворот, то я даже ни на сколечко, ребят, не сомневаюсь, что будет первое место за нами. Так, ну что, попробуем здесь прокатиться на суперкаре. Ой, зря, наверное, да? Если здесь канатки пойдут. Ой, ой, все. Все, ребят. Да, ну и че? Капец. Раздавило все-таки. Зря. Нет, ну можно было бы, конечно, понизу проехать. Наверное, я так думаю. Давай вниз. Давай по низинке поедем здесь. Угу. Так, ну, насколько я знаю, нам нужно тогда занимать два первых места, если мы хотим быть лидерами. Оу! Подкололи, подкололи, друзья, меня. Да я сам виноват. Так, тут у нас кто? Это скакун? Фига я с этой табуреткой так и буду ехать до... С табуреткой до финиша, ё-моё. Так, мы эпические холмы, и уж извините, ребят, на это мы возвращаемся опять. Эпические холмы, мы будем с тобой ехать. Слушай, подожди, а мы вот с тобой прокачиваем лихача, да? А я же...
По-моему, байк-то свой не докачал. По-моему, не докачал, ребята. Ты посмотри, сзади какой-то пройдоха едет. Есть. Фух. Я же думал, блин, неужели сейчас этот вшивик меня обогнет. Обгонит, точнее. Но, слава богу, не получилось у него ничего. Так, я не знаю, я не помню, что здесь у нас такое. Прекрасно вышло. Конечно, вот эту горючку бы не помешало бы взять, но... Ладно. Не взял я горючку эту. Давай, 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 давай. Да что? Вот это что сейчас было? Твою налево, блин. Да где там, блин, финиш-то? Вот он. Достал этот турбо 3000. Лезет, блин, сопляжуй несчастный. Лезет, куда его не просят просто. Я помню, помню, помню это. Так, здесь лучше сделать вот так. А этот, ну ты видел, да? Этот просто проскакивает все. Чихать он там на все хотел. Ну и что? Ну и что? Ну и то, мы первое место имеем, вот что. Пещера ледяного огня. Здесь, ребята, один этап. Один этап. Давай попробуем проехать его нормально. Без дурачков. Так, если кто-то, ребята, писал, ну, не если кто-то, а мне писали в комментариях: Рэй, поиграй в Hills of Steel. Я думаю, многие знают, это игрушка про танчики. Так я вам скажу следующее, ребят. Она у меня перестала запускаться. Она у меня запускается только лишь на iPad'е. Вот. Также у меня перестала запускаться какая игра-то еще? А, также у меня перестала запускаться игра Хищные машинки 3, тоже, ребята, на iPad. Но опять же я вам скажу, что если ты переходишь на iPad, у тебя сразу же весь прогресс слетает, потому что это как бы разная система. Там на Android, а здесь на iOS. Вот. И я не знаю, что делать. Там придется тогда с нуля все проходить. Весь прогресс свой забыть. Ну что, отлично, ребята. Первое место. Откатал как супер-про. Это что у нас там за танкист? А, я помню эту тачку, ребят. Ну да, 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 да. Смотри, смотри. Каких только фриков здесь нету. Посмотри. Ты. Иди. Дурик. Пикает он мне там. А почему он пикает, ребята, так потихонечку, помаленечку? Потому что он боится горючку-то свою сфейлить. Ну что, давай. Пик-пик-то, врубай свой, что ты? По-моему, там, ребята, шею свернул себе. Давай, 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 давай. Мы должны этого дауна обставить. Есть. Отлично. Прям великолепно получилось. Гниль вшивая там начинает свою эту фигню врубать, короче. Давай, Рэй, нормально. Так, давай сюда. Просто прекрасно. И буду стоять и ждать. А, это Дима был, ё-моё. А я этому ухай. Я думал, что это немец там ехал. Сори, забираю свои слова обратно. Своих не обижаем, так сказать. Ну чё, попробуем, ребят? А? Дуркануть на дорожку. Сейчас, блин, дурканёшь на дорожку. Упс. Да куда ты? Я, бля, херею просто, ребята, блин. Ну это, ну как вот это объяснить? Он просто подрыв делает с места. На такой охрененной скорости ничего уже не сделаешь.
Сейчас посмотрим. Но здесь понятно, здесь нельзя. Здесь нельзя, ребят, рисковать. Ага. Нормально. Ну что ты, ну... Да опять не было буста, ребят. Просто без идеального старта. У него такая низкая подвеска, что, ребята, у него защита это просто слетает сразу же. Но зато как он едет, а. Ну просто красавчик. Да, просто красавчик. Вот оно, друзья мои, счастье. Ну что же. Так. И Рэй, играй в КС. Да я играю, зима на носу, реликвия записали. Угу. Рэйчик, ответь. А, Рэйчик. Рэйчик. Добавь друзья Димаса. Так. И я проехал норм. Сегодня я проехал, ребята, норм. Так, что у нас тут? Давай, гонки. А почему бы и нет? Давай попробуем. Попробовал, мать твою. Нет! Нет, ну это было, ребята, грубо, дешево и сердито. Да, вот здесь бы, наверное, бы больше бы пригодилось бы, наверное, мне. Вот здесь на байке, да, можно было бы действительно прокатиться. Тем более, я смотрю, трасса более-менее такая ровная. Просто на одном дыхании бы проехал бы. Но я что-то почему-то залез. Раллийное авто. Да они тут все на этих подгазовках. Я не понимаю, что они. У них что там, свербит у всех, что ли, я не пойму. Что, мы с ним вдвоем, что ли, были? Соревновались? Непонятно. Так, а здесь-то что здесь? Что здесь взять? Ну, явно дело не тягач. Ну, давай так попробуем. Опять же, ребята, крыши здесь нет над головой. Блин, любой косяк. Любой косяк. А вот здесь вот, а вот здесь-то что делать? Помирать. Что здесь делать? Выбрал твою налево, блин. Поехали. Как-то она едет у меня очень. Насколько я помню, ребята, Хилл Климп. Хилл Климп у меня прокачан по полной программе. Так что... Ну, то, что он так едет, конечно, да, это... Ничего ты с этим не поделаешь. Ну, вот так она едет. Так, давай-ка попробую еще разок сейчас проехать. Здесь мы можем попробовать прокатиться на раллийном авто. Да я его просто догнать не могу. Так, окей. Вторую трассу мы поедем с тобой на байке. Но опять же, байк мой, наверное, не обгонит его, потому что у него байк. Да-да-да, у него байк с выходом. А, у него есть монетный ускоритель еще.
У него с этим, плюс еще с монетным ускорителем. Не, ребят, конечно, тут не получится. Но, тем не менее, сократим результат по времени. Здесь. Ну, здесь я, наверное, возьму багги тогда. О-хо-хо-хо-хо. Ну, ёпрсета, ну еле едет, а. Так, ну все, ребят. А еще гонка. А, здесь же я, по-моему, тогда разбился, ё-моё. Да в плане. Кто там, мистер Малой, едет? Слушай, по-моему, ребята, я уже эту картину видел. Я с одними и теми же противниками, да, соревнуюсь, получается. То есть мне как бы нужно их, их результат, что ли, побить, получается. Ну вот и все. Так, друзья, давайте-ка мы, наверное... Да иди ты! Давай-ка я, наверное, попробую тут немножечко на танке прокатиться. Заработать немножко. О, танк. Танк у меня и не прокачан, и не шиша. Да. Мало того, что танк не прокачан, я ему, я на него еще ничего не поставил. То есть он без обвеса едет. Получается. Ну давай ты твою налево, блин. Ну пипец, блин. Ну что, все, ребят. Ну это какая-то вообще размазня. Даже заехать не может. Ну, пипец просто. Так ничего нету. Понимаешь, те машины, которые я не прокачивал, естественно, на них ничего не будет, потому что на них элементарно, ребят, нету свободных слотов. Да переворачивайся ты уже. Идиотизм какой-то полный. Просто полный идиотизм. Так, ребят, на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.